это. Дети, помогайте папе. Ну куда ты? А ну стой. Ну что? Ты уже и так все угадал, я не буду больше. Ну голокоптеру? Нет, можно он сейчас. Это резиночки для вентиляторов голокоптера. Вон они. А, там они уже были, да? Это запасные! Нет. Это я. Нет, это не психопозитрон. Вот психопозитрон. Это для колокоптера, для квадрокоптера. Ну ты должен угадать, что это. Это. Второй фильтр для камеры! Нет, три там. Три там, блин, там. А там три! Крышечки для вентиляторов голокоптера. А, тоже там, да, что ж такое. Ну что для голокоптера. Короче, голокоптера угадались. Можно сам угадать, что это? Самки. Рельсы. А, рельсы! О, я же говорю для голокоптера. Рельсы. Так. Данил, твой подарок? Это Данил Грын какой-то. Это шпаг, Павля! Ну что это, острое что-то? А здесь два подарка подряд было. Поэтому подарок всем одинаково. А что это? А ну подожди, сейчас. А, ничего себе. А это не этот? Это что, часы спину? Спину часы? Нет, не угадали. Нет, это вообще, собственно, думаю, что Данил еще руками натягивает. А можно я сдамся, но я что-то скажу? Ну да, давай. Пожелание. Или что? Да, сейчас. Или стих расскажи. Ну я разберу. Мне самому интересно. А подожди. А можно настоящий ребенок расскажет? А можно... Тихо. А можно я расскажу Шевченко? Рассказывай. Стой. Алисабет, мой Алисабет. Следующий человек. Та-та-ти-та-та-та-та. Алисабет, мой Алисабет. Подножка боковая. Лапка. Модная. Третья серия. И какой? Да ну. Ты какая? С катафоном. Вот это Дед Мороз. Регулирующаяся. А теперь, мамочка, подойди к ёлочке. Стой. Серёжа. Это я сейчас сделаю. Так, а теперь ни за что не угадаешь. Давай. А что, надо зарядить, зайчик. Зовёт, чтобы это... Они подключаются к телефону. Вот. Что-то для мотоцикла? Нет. Что-то для собственной жизни? Что-то для машины? Нет. Ну, одежда? Нет. Атрибутика? Это ключики, инструменты. Ну, гараж что-то? Ну, ты знаешь, твой гараж все там есть. Это не это самое. Ну, а что это? Не направление. А можно я просто поцелую открою? Можно. Что такое? Опять что-то для голокоптера? Нет! Но тебе понравится. Мне кажется, это больше всего тебе понравится. Даже лучше, чем перчатки? Да, даже лучше, чем перчатки. Ёма, тебе вот коллапка будет даже в два раза больше. Лучше. Что это? О! А я из груд! А, под стаканчик. Такой же, как у тебя на наклейке. Да, я из груд. Какой-то сольничек. Прикольно. Ну, можно посмотреть? А теперь, мамочка, подойдите, пожалуйста, там Дедушка Мороз, вам принес подарочек. А, тоже принес? Да, там у каждого подарочки, что такое? Не, он, а что он у меня? А, он резиновый. Что такое? Мягкий, легкий. Что случилось? Что? Ну, хочешь лапку тоже. А? Лапку хотел тоже. Лапку хотел? Так, а я тебе купила новую лапку. Мы же тебе купили лапку. Он хотел такую лапку. Мы тебе купим такую, что ты плачешь? Ну, никогда не плачь, что ты плачешь? Ну, Дед Мороз... Так, давай, подходи к ёлочке. Ой, да, вот это, вот три подарка там. И конфетки тоже забирай. Вот это мне нравится. И конфетки забирай тоже. А, конфетки тоже мои? Да, вот три подарочка, вот забирай. Класс. А ну давай. Тебе будут купить точно такие мои перчатки. Вот удалялись. Смотри, а цвет какой, а? По подоконничек я увидел. Ага, тоже. Спасибо большое. А второе, смотри, что там? О, вот это вот вообще праздник. Класс! Мне больше всего вот нравится вот такого качества спать. А ну, Артём, ты иди, что там под ёлочкой Дед Мороз принёс? Ещё? Ну... Интересно, что? Я даже не поняла, что это. Какой-то пенёк. Мотоцикл? Я то, конфеты. Класс. А потрогай, она как-то мягкая, как будто. А там не лёгкая. Ну, Данил сам пускай возьмёт, пойдёт. И лёгкая такая. И что, все? Ну, конфеты. Ты же классно зелёный. Для всего.
кустик, или цветочек туда можно посадить, или ручки поставить. Там нельзя поставить. Серёга по стаканчику говорит. Где мой телефон? Сейчас я Игорь отправлю. Что мне дал по гримуху? Где друг привет? Ну, а ты плохо. Класс. Вот вы никак не можете поделиться. Ну, все по-честному.